сегодня воскресенье. Видите, какие люди любят пятаки крутить, как называется. Крутить пятаки. Да, мы тут не выедем ни в коем случае, поэтому придется поехать. Вот тут у нас одностороннее движение. Кто помнит этот роддом? Кто здесь родился? Вспоминайте. Кто родился и кто где пригодился. Сегодня там каналчик есть на ютубе, надо будет нам с ним, кстати, связаться. Он, ну так, в проекции показывает проходы по городу и спрашивает, как живете, как животик. И там девушка картает, она так крайне выговаривает, уехала в Словакию из Казани. Ну, в связи с этими событиями, наверное, да, но из Казани уезжать, ребята, я в Казань приехал, этот город сказка вообще. И вот она в конце, знаете, чем интервью заканчивается? Он говорит, первый раз в жизни она плачет. И так благодарна Словакии и плачет. Но она добавила, здесь счастлива моя дочь. Вывод, несчастлива она, 100% вам даю, 150. Поэтому прежде чем что-то на что-то менять, 100 раз надо отрезать.